Несмотря на сложившуюся в мире обстановку, жители нашей страны с надеждой ждут одного из главных праздников – Дня Победы. Важная задача в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – привести все памятники и мемориалы в порядок. Ни за один из них не должно быть стыдно. В Звенигороде прошла проверка состояния памятников. Некоторым предстоит реконструкция. В принципе, состояние памятников удовлетворительное, но необходимо, конечно, после зимы провести где-то укрепление плитки, где-то появились сколы, необходимо сделать замену плитки, где-то подкрасить, проверить работу вечных огней. В общем, весь этот комплекс работ на основных памятниках мы сегодня посмотрели. Парламентарий убежден, к 9 мая все работы успеют завершить. Главное, чтобы жители смогли сохранить мемориальные комплексы. Немножко бережнее. Это все-таки святое место, и это нужно понимать. Следить за ребятами. Пусть они здесь будут, это важно, но вот я думаю, что это человеческая мораль должна быть здесь в первую очередь. Вот обратиться ко всем хочу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что решений и рекомендаций о каких-либо ограничениях из-за коронавируса для парада Победы 9 мая или его отмене сейчас нет. Подготовка к празднованию продолжается. Независимо от того, состоятся ли массовые мероприятия, работы по восстановлению памятников и благоустройству прилегающих территорий идут полным ходом. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».